Снегопад, который шел несколько дней подряд, оставил много хлопот сотрудникам коммунальных служб. На ликвидацию последствий метели были брошены значительные силы. Более 40 единиц техники и около 90 человек сотрудников дорожно-эксплуатационного предприятия. Времени на уборку улиц у компании, которая выиграла муниципальный контракт, не так уж и много. Что касается дорог, не внутриквартальных территорий, а, например, конкретно дорог, по нормативам уборка во время снегопада должна начаться на дорогах не позднее 1 часа с начала снегопада и должна быть закончена основная, да, уборка не позднее 12 часов после его окончания. Если же снегопад продолжается несколько дней, то циклическая уборка дорог первой очереди. Тех, по которым двигается общественный транспорт, производится постоянно при наличии снежного слоя в 5 сантиметров. Все, что во дворах, это внутриквартальные и внутримикрорайонные территории. Их убирает по муниципальным контрактам основную массу центр ЖКХ, плюс еще какую-то часть территории также по муниципальным контрактам убирает управляющая компания. Вопрос вывоза снежных гор, которые образовались в местах механизированной уборки, также строго регламентирован. На эту работу у подрядчика есть всего 5 суток после окончания снегопада. По мнению жителей города, в этом году с уборкой снега дела обстоят неплохо. Мне кажется, в принципе, да, но есть места, где есть все-таки снег неочищенный. Во-первых, дворовые очень плохо. Дворовые прям очень плохо. Ну, а здесь чистят. Ну, в общем-то, так неплохо. Ну, вот я живу вот на Шевченко. У нас регулярно чистят. У меня абсолютно никаких нет претензий. На сегодняшний день центральные дороги города полностью очищены от снега, но техника продолжает работать на улицах и во дворах. Коммунальщики продолжают вывозить снег, очищать обочины и наводить порядок на лестницах и скверах города. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей Саров 24.